Самый лучший в мире президент. Самый лучший в мире достойный президент. Владимир Владимирович Путин. Навеки навсегда. Это часть российской культуры. И нужно двигать туда российскую культуру. А не вытаскивать ее оттуда. Ладно? Ну, я вот нашел еще один характерный вопрос на интернет-сайте нашей программы. Он пришел от Александра Жагинского, который живет в Москве. Здравствуйте, вы позвонили в редакцию программы «Прямая линия» с Владимиром Путиным. Важно бесплатный оператор Владимир. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ваша фамилия, имя, отчество. Мистер Владимир Николаевич, Петр Николаевич, мистер Медлицкий. Фамилия назовите. Нестеров Медлицкий. Нестеров. Медлицкий, Нестеров Медлицкий. Нестеров? Да, Нестеров Медлицкий. Путина. Имя, отчество. Владимир Николаевич и Петр Николаевич. Владимир Николаевич. И Петр Николаевич. И Петр Николаевич. Ваше занятие. Журналистом. Скажите, пожалуйста, сколько вам лет? Нам 65 лет и 56. Вы являетесь гражданином Российской? Да. Да. Скажите, пожалуйста, какого региона вы звоните? Москва. Москва. Правильно. 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 Минуту, пожалуйста. Встаньте на линию. Спасибо. Спасибо. Избираться на два президентских срока 2012-2018-2024 года. Так, да. Хорошо, давайте будет говорить только один человек и четко формулировать вопрос. Есть определенные требования для того вопроса, чтобы они у нас были чистыми Владимиру Владимировичу. Прошу, я еще раз передаю микрофон оператору, он сейчас запишет ваш вопрос. Хорошо, спасибо. Четко проговорите ваш вопрос, прошу. Хорошо. Теперь задайте, пожалуйста, ваш вопрос, заранее его сформулировав. Ну, уважаемый Владимир Владимирович Путин, просим вас избираться на два президентских срока. 2012-2018. Уважаемый господин президент России Владимир Владимирович Путин, очень просим вас избираться на два президентских срока. На два президентских срока. 2000. Против Владимира Владимировича Путина избираться на два президентских срока. 2012-2018-2024 годы. На два президентских срока 2012-2018-2024 года. 2012-2018-2024 года. 2024 год. Вы самый лучший президент в мире. Политик, разбой, человек.
Президент. Политик, миротворец, человек. Политик. Миротворец, человек. Человек. Все высшие награды всех стран Нобелевские вам принадлежат. Все фестивали, кинофестивали. Принадлежат вам. Слава, честь России. Слава, честь России. Еще раз повторите, все высшие награды, Нобелевские, слава и честь России, всех стран континента, принадлежат Владимиру Владимировичу Путину. Сегодня Россию любят и уважают во всем мире, благодаря вам. Все страны любят. И уважают во всем мире. Уважают. Во всем мире. Благодарим за воссоединение Крыма, Севастополя с Россией. Благодарим за воссоединение Крыма, Севастополя с Россией. За воссоединение Крыма и Севастополя с Россией. Вы самые яркие звезды, лауреаты, победители по всем номинациям. Яркие звезда. Яркая звезда. Лауреаты, победители по всем номинациям. Звезды, лауреаты. Лауреат. Победитель. Победитель. По всем номинациям. По всем номинациям. Кино, литературе, живописи, музыке. Кино. В кино, литературе, живописи, музыке. Литературе. Живописи. И музыке. И музыке. Патриарх Кирилл вас благословил. Патриарх Кирилл вас благословил. На два президентских срока 2012-2024 года. Срока. Владимиру Владимировичу Путину просим избираться на два президентских срока. Владимира Владимировича Путина просим избираться на два президентских срока. В 2012-2018-2024 года. Владимира Владимировича Путина просим избираться на два президентских срока. Пасхой Христовой поздравляем 9 мая и 1 мая. Великой победой! Поздравляем. Поздравляем. Пасхой. Пасха Христовой. Христовой. 9 мая. 9 мая. 1 мая. 1 мая. 1 мая. Самый лучший в мире тандем. Путин-Медведев. Победа на века.
Лучший в мире тандем. Лучший в мире тандем. Еще раз повторите, да? Самый лучший в мире тандем. Тендер? Да, тандем. Владимир Владимирович Путин и Дмитрий Анатольевич Медведев. Тендем. Владимир Владимирович Путин. И Дмитрий Анатольевич Медведев. И Дмитрий Анатольевич Медведев. Все награды самые лучшие в мире прямой линии Владимира Владимировича Путина. Все награды высшей прямой линии Владимира Владимировича Путина. Лучший в мире. Еще будет какие-нибудь дополнения? Голосуем за два президентских срока Путина Владимира Владимировича всегда. Наша Россия, наш президент. Вас наша сила, право идти. Россия. Наша Россия, наш президент. Вас наша сила, право и честь. Еще раз повторите последнее сказание. Наша Россия, наш президент. Вас наша сила, право и честь. Ваш вопрос записан. Спасибо. Благодарим за присоединение Крыма и Севастополя к России. За поддержку двух президентских сроков Путина Владимира Владимировича. 2012-2018-2024 года. Обязательно будет рассмотрен. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо. Благодарим Отечеству, России. Прямая линия лучше в мире. Спасибо. Спасибо. Победа на века. Наш Россия. Во время прямой линии с Владимиром Владимировичем Путиным в мире. Задать свой вопрос, просить Владимира Владимировича Путина избираться на два президентских срока. Ура! 2012-2024 года. Ура! Ура! Победа на века. Я уверен, мы добьемся успеха, чтобы обеспечить, гарантированно обеспечить безопасность российского народа. Прекрасно! Прекрасно! Поддерживаем! Наша Россия! Наша Россия! Наша Россия! Вас Россия! Правая честь! Ура! 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 Еще поддерживаем! Есть, конечно, и целый мир! Верный небосвод! Верный небосвод! Ландшафт! Ландшафты, горы, аллеи, растений, на Красной площади, победа! На Красной площади, Владимир Путин, Миллионович Медведев, гений! Кремль за Таклавой, храм Христа Спасителя, Василия Блаженного, современный герой, два президентских срока Путина, Владимира Владимировича, 2012-2024 год. Тандем Путин и Ленин гений. Все решения Путина, Владимира Владимировича. Тандем Путин Медведев. Народ России всегда поддерживает готов. Поддерживает весь российский народ. В России Путина и Медведева. Господь Иисус Христос. И Божья Мать. Распределяются эти обязанности таким образом, что «Газпром» и федеральный бюджет помогают строить сети высокого давления, а муниципалитеты должны разводить уже за свои деньги сети низкого давления по потребителям. Но в данном случае это вопрос особый, безусловно, имея в виду, что это, по сути, новое поселение. И, конечно, проблема может и должна быть решена. Тоже передайте, пожалуйста, вот это пожелание Юрию Петровичу. Уверен, что мы эту проблему решим. Наш спасибо. Наш президент. Ваша сила, право и честь. Дома, которые строятся. Мы Нестеры Медлицкие, современные Лермонтовы, Пушкины. Свои поэмы посвящаем Путину Владимиру Владимировичу. Он президент России самый лучший.
с Россией, сроком Путина Владимира Владимировича. 2012-2018 он президент России. Самый лучший. Самый лучший президент России. России Путина Медведева. России сотрудничество. Мир. Настоящее. Все планеты будущее. Все планеты будущее. Передать на строительство моста в Крым. Это очень благородно. Спасибо ей большое. Спасибо так большое Первому каналу, который провел такую мощную акцию. Кстати говоря, конечно, вот те средства, которые были собраны, особенно было немало. Это где-то, вот мне Константин Львович только что говорил, по-моему, где-то по 30 миллионов долларов. Это огромная сумма. И я хочу не только Первый канал поблагодарить, я хочу поблагодарить всех граждан России, которые так живо откликнулись на проблемы, с которыми столкнулись наши люди на Дальнем Востоке в результате такого крупнейшего, самого крупного за последние 100 лет наводнения. Но в то же время хочу отметить, что наряду с этим и государство в них вносит свой скромный вклад. Государство выделяет 40 миллиардов рублей на преодоление последствий, имеется в виду и жилищное строительство, и возведение инфраструктурных объектов, дамб и так далее, и так далее. И восстановление отраслей экономики. Вот главное только, чтобы все это было эффективно истрачено. Но что касается моста в Крым, то это особая тема. Это не дешевый проект, но мы будем стремиться к тому, чтобы это было сделано как можно быстрее, качественно, но и, разумеется, экономно. У нас на очереди село Новое, это еврейская автономная область, и там работает наш корреспондент Дарья Григорова. Единая Россия, вся страна, все за два президентских срока Путина Владимира Владимировича. 2012-2024 года, и навек победа, навек. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Единая Россия, вся страна, все за два президентских срока Путина Владимира Владимировича. 2012-2024 года, и на вот председателя правительства и партии Единая Россия, Медведева Дмитрия Анатольевича. Успех, триумф, победа навека. Наша Россия, наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Единая Россия, вся страна, все за два президентских срока Путина Владимира Владимировича. 2012-2024 года, и на всех ну, победа на века. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Единая Россия, вся страна, все за два президентских срока Путина Владимира Владимировича. 2012-2024 года, и на мост председателя правительства и партии Единая Россия, Медведева Дмитрия Анатольевича. Успех, триумф, победа навека. Голосуем дружно за два президентских срока Путина Владимира Владимировича. 2012-2018-2024 года. Экран тоже показывает, успех, триумф, победа, наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Ура, ура, ура! Великая победа на века! Внимание, лучшие революционеры! Ура! Победа! Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Ура, 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 ура
вообще на безопасных участках, на более высоких участках, на неподтопляемых участках. Но, Владимир Владимирович, будьте осмотрены. Господин Жан, все участники поддержали, все участники прямой линии, не ездили, поддержали два президентских, Владимир Николаевич, Людмила Рамовна, Людмила Игоревна, Виктория Владимировна, Майя Юрьевна. Тело Владимира, Елена, Дмитрий, Виктор, со всеми участниками прямой линии, со всеми россиянами поддержали два президентских срока. И просим избираться Владимира Путина на два президентских срока. 2012-2024 года высшие награды, ордена, медали, Франция, континента, Нобелевские премии, слава и честь России. Двух президентских сроков Путина Владимира Владимировича 2012-2024 года. И на пост председателя правительства партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. Да, мы все разные, у нас есть свои особенности, но глубинные ценности одинаковые. И мне кажется, нужно безусловно стремиться, я много раз об этом говорил, сказал уже сегодня, к тому, чтобы нам создавать Европу от Лиссабона до Владивостока. В России слово было истоком, причиной, началом. Дивным светом идущим все ближе, током, причиной, началом. Дивным светом идущим все ближе и ближе. Дорогим намерением, откуда услышали два прежних, двух предельных сроков Путина Владимира Владимировича 2012-2024. Тандем Путин-Медведев, партия «Единая Россия», «Народный фронт», армия ФСБ, ВД, присоединение Крыма, Севастополя с Россией. Присоединение Крыма, Донбасса, Севастополя с Россией. И нам сразу открылся простор поднебесный. Да, Иисусу Христу, мы молились с рождения. Новая звезда разгорается. Самый высший в мире гений. Два президентских срока Путина Владимира Владимировича. 2012-2024 год. Президент Путин ведет символ совести, веры, правды и чести. Символ веры, правды и чести. Путин и Лермонтова, Путин, Медведев. На века. Другое звучание приобретают так называемые консервативные ценности, о которых я тоже неоднократно говорил. Здравствуйте, вы позвонили в редакцию программы «Прямая линия» с Владимиром Путиным. Ваш звонок бесплатный, оператор Галина. Назовите, пожалуйста, вашу фамилию и имя отчество. Нестеров и Метлицкий, Владимир Николаевич и Петр Николаевич. Поздравляю. Ваш звонок занятий. Журналист. Журналист. Минуту, пожалуйста. Петр Николаевич, журналист. Голосуем за два президентских срока Путина Владимира Владимировича. Вы меня слышите? Призываем всех голосовать за два президентских срока Путина Владимира Владимировича. 17-24 года. Поздравляем. Прямая линия Путина лучше в мире. Слышим вас. Да. Мы вас слышим очень хорошо. Вы меня слышите? Да, мы вас слышим очень хорошо. Поддерживаем. Слышим. Владимирович. Наша Россия, наш президент, ваш, наша сила, право и честь. Просим Владимира Владимировича избираться на два президентских срока. Мы вас очень просим. Просим. Да. Работайте. Журналисты. Журналисты. Гражданин Российской Федерации. Да. Из какого региона вы? Москва. Так точно. Теперь, пожалуйста, задайте ваш вопрос, или что вы хотели сказать? Ну, уважаемый Владимир Владимирович, мы очень просим вас избираться на два президентских срока 2012-2018-2024 года. На два президентских срока. До 24-го года? Да, до 24-го года. Года, так. Вы самый лучший президент-политик в мире. Президент и политик в мире, да? Да. Угу. Гарант мира, стабильности на планете, самая яркая звезда кино, литературы, живописи, музыки. Гарант мира и стабильности. Мира на планете. На планете.
Самая яркая звезда кино, литературы, живописи, музыки. Экономики, обороноспособности. Самая яркая звезда, еще раз повторить. Самая яркая звезда кино, литературы, живописи, музыки. Кино, литература. Живописи, музыки. Музыки, так. Экономики, обороноспособности. Так, обороноспособности. Все высшие награды, Нобелевские, слава и честь России вам принадлежат. Все высшие награды. Нобелевские, слава и честь России вам принадлежат. Слава и честь России вам принадлежат. Владимиру Владимировичу Путину. Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Лежат все награды Владимиру Владимировичу Путину и Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Владимиру Владимировичу Путину. Сейчас Владимиру Владимировичу Путину. Честь России принадлежит Владимиру Путину и Медведеву? Да, и Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Самому лучшему в мире тандему. Так, самому лучшему в мире тандему. Так точно. Еще раз, чтобы будем добавлять. Прямая линия Путина Владимира Владимировича, самая лучшая в мире. Самое лучшее в мире. Путин Владимир Владимирович прекрасно отвечает на все самые главные вопросы современности. Прекрасно отвечает на все вопросы главной современности. Так, на все главные вопросы современности сейчас? Да-да. Мы Нестеров Медлицкий со всеми россиянами. Спасибо. Мы Нестеров Медлицкий свои поэмы посвящаем Путину. Да. Медлицкий. Медлицкий. Первая буква. Мэ. Нестерова и? Медлицкие. Москва. Не поняла. Москва. Мэ, Москва. Первая буква. Да, Медлицкие, да. Нестерова и Медлицкие. Свои поэмы посвящаем Путину. Посвящаем Путину. Вы президент России самый лучший. Самый лучший. С Россией Путина и Медведева настоящие все России, все планеты будущее. Не поняла. С Россией Путина и Медведева настоящие и все планеты будущее. Россия. С Россией Путина Медведева. Россия Путина Медведева. Настоящие всей планеты будущее. Настоящие. И всей планеты будущее.
Благодарим вас за воссоединение Крыма, Севастополя и Донбасса с Россией на века. Благодарим вас за воссоединение. За воссоединение Крыма, Севастополя с Россией. Крыма, Севастополя и Донбасса с Россией на века. Наша Россия, наш президент. Наша Россия, наш президент. У вас наша сила, право и честь. Наша сила, право и честь. Право и честь. Прямую линию Владимир Владимирович Путин прекрасно проводит. Владимир Владимирович Путин с народом России навсегда, на века. Еще раз, пожалуйста. Прямую линию Владимир Владимирович Путин прекрасно... Прямую линию... Владимир Владимирович Путин прекрасно проводит. Проводит. Владимир Владимирович Путин всегда с народом. Всегда с народом. Всегда с народом. Это самый любимый праздник для всех. С праздниками мы вас поздравляем. Счастья, здоровья, успеха вам желаю. С праздниками. Мы вас поздравляем. Счастья, здоровья, успеха вам желаю. Здоровья, успеха вам желаю. Его святейший патриарх Московский Сеа Руси Кирилл прекрасно благословил два президентских срока Путина. Патриарх Московский Сеа Руси Кирилл. Патриарх Московский Сеа Руси Кирилл. Прекрасно благословил. Два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2018. Путина Владимира Владимировича. Владимир Владимирович. 2012-2018-24 года. Самый лучший в мире тандем. Путин-Медведев. Вы это уже говорили. Все многотысячные форумы, регионы, многомиллионные марши поддержали. Форумы. Многомиллионные марши поддержали. Все участники прямой линии разговоры с Путиным поддержали. Прямой линии с Путиным поддержали.
Поддержали. Два президентских срока Путина Владимира Владимировича. Владимир Владимирович. 2012-2024 года. Путин, Владимир Владимирович и Дмитрий Анатольевич Медведев – мировые лидеры на века. Путин, Владимир Владимирович, кто? И Медведев, Дмитрий Анатольевич – мировые лидеры на века. Мировые лидеры на века. Все россияне говорят «да», двум президентским срокам говорят «да». Мы назвали вас лауреатами, победителями, мировыми звездами по всем номинациям. Поздравляем вас! Поздравляем! Успех, триумф, победа всей России, всего человечества! Поздравляем! Успех, триумф, победа! Успех, триумф, победа! России и всего прогрессивного человечества! Российская прямая линия и российское телевидение. Здоровья, успехов, Божьего благословения вам желаем. Боги благодарны за это. Вы меня слышите? Да, мы вас очень хорошо слышим. Мы вас поздравляем вас. Благодарим. Благодарим вас. Благодарим вас, встречайте. Благодарю вам лето. Мы хотели бы еще гимн любви спеть. Владимир Владимирович, хорошо. Спасибо, благодарим вас. Благодарим вас, спасибо. Спасибо, восхищаемся вами, спасибо. Да, спасибо. Да. Всегда ждем вас в гости. Приглашаем вас в гости. Благодарим вас. Спасибо. Всего спасибо. Доброго. Всего спасибо. Доброго. Россия, вперед. Ура. Победа на века. Наша Россия, наш президент. Вас наша сила, право и честь. Единая Россия, вся страна. Все за два президентских срока Путина Владимира Владимировича 2012-2018-2024 года. И на пост председателя правительства и партии «Единая Россия» Медведева Дмитрия Анатольевича. Успех, триумф, победа на века. Наша Россия, наш президент. Вас наша сила, право и честь. Герои нашей армии, Отечество сыны, гордится вами Родина во все века и дни. Великая отчизна, любимая страна, возвышен смысл жизни навеки нам дана. Эскадрильи, стрижей, визиде, летели над Москвой. Герои на Красной площади честь отдают двум президентским срокам Путину Владимиру Владимировичу 2012-2024 года, самому лучшему рекордсмену Владимиру Путину Анатольевичу Медведеву на века. Наш президент, право и честь. Ура, ура, ура! Великая победа на века! На линии лучшего мира на века! Ура! Победа! Ура! 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 Будем отечественным! Будем отечественным! Поздравляем! Победа! Поздравляем! Право и честь! Вы, наверное, знаете это лучше, чем кто-либо другой в России, что у нас были определенные договоренности с Украиной по поводу обновления флота.
Но, к сожалению, эти договоренности выполнялись очень слабо, либо вообще не выполнялись. И у нас были большие проблемы с обновлением. А сегодня таких проблем, надеюсь, не будет. И значительная часть современных кораблей, судов, обеспечения будет переведена именно в Севастополь из Новороссийска. Это прекрасно! Поддерживаем! Это первое. И второе. В Крыму очень хороший потенциал с точки зрения судостроения и судоремонта, поэтому значительные объемы будут в этом смысле сосредоточены для ремонта и кораблестроения и на крымских верфях. Но уже на первом этапе Министерство обороны Российской Федерации разместило заказ на одну из верфь на общую сумму 5 миллиардов рублей. Прекрасно, поддерживаем. Наша Россия, наша сила, правая честь. Простаивает. Это требует времени, конечно, но будем, безусловно, двигаться в этом направлении. И, конечно, Севастополь, это сейчас только что было об этом сказано, это знает каждый российский гражданин. Севастополь – это город русской военно-морской славы. Ура! Слава! Победа! Поздравляем! Поддерживаем! Наша Россия! Наша Россия! Прекрасно, прям прямая линия Владимира Владимировича. Самые лучшие в мире проходят. В эфире проходят. Владимир Владимирович, Дмитрий Анатольевич Медведев. Всегда с народом. Жизнь россиян стала много лучше. В эфире проходят. Владимир Владимирович, Дмитрий Анатольевич Медведев. Всегда с народом. Имеется в виду что? Имеется в виду расходы, которые связаны с финансами, несомненно. Понятно. Значит, что касается цены победы, расходов, то я вам могу сказать. Я уже говорил о том, что, к сожалению, материально-техническая база, скажем, даже санаторно-курортного комплекса находится в очень тяжелом положении и требует больших инвестиций. Инфраструктура требует инвестиций. Мы должны будем вложить средства в повышение доходов пенсионеров и работников бюджетной сферы, вложить средства в развитие экономики, сельского хозяйства. Но какие это средства? Ну вот скажем, пенсионеров и бюджетную сферу. У нас общие расходные обязательства Пенсионного фонда Российской Федерации около 6 триллионов рублей. Из них чисто пенсионные деньги на пенсионеров, если вычистить там материнский капитал, заложены еще некоторые социальные пособия, но чисто деньги на пенсионеров 4,5 триллиона рублей. Что мы должны в этом году выделить на поддержку пенсионеров в Крыму? 28 миллиардов. Много это или мало? Так на первый взгляд немало, но из 4,5 триллионов это, в общем, небольшая цифра. А на поддержку бюджетников всего 16,5 миллиардов. Вполне подъемные деньги. Инфраструктура есть другие расходы. Нам не потребуется ничего вынимать из других программ, потому что у нас заложены деньги, дополнительные деньги в качестве резерва правительства 240 миллиардов рублей на этот год. А расходы на субсидирование всех крымских программ, какие-то нарушения и морального характера, и с нарушениями в исполнении своего служебного долга, то будут приниматься соответствующие кадровые решения. Владимир Владимирович, интересуется, какой ваш самый любимый фильм? Чапаев, конечно. Наша Россия, наш президент, наша сила, правая честь. На российских купюрах, на бумажных купюрах. Ну, это Центральный банк решает в соответствии с законом Российской Федерации. Не задумывался над этим, но подумаем. У вас, кстати, тоже есть папочка, вы можете сами задавать вопросы, Владимир Владимирович. Да. Я здесь кое-что, здесь кое-что отобрал. Не знаю, насколько это будет интересно, но... Но поучительно. Поддерживаем! Надеюсь, это не относится, но даже это не вопрос, а мысли вслух.
Если вы публично, как в Китае, расстреляете хотя бы 350 крупных воров, тогда весь народ будет с вами. Я, знаете, что, о чем хочу сказать, что у нас никогда за воровство не расстреливали. И вопрос не в тяжести наказания, вопрос в его неотвратимости. Вот мы к этому будем стремиться. Но я специально его взял и прочитал, чтобы чиновники разных уровней видели настроение народа. Наш Россия! Наш президент! Сила, право и честь! Вас тоже не пускают или не хотите? Нет, у нас ведь намечались контакты, но наши американские коллеги приняли решение эти контакты приостановить. Но надеюсь, что все в свое время станет на места. Лидеров. В какой-то момент показалось, что они являются единственными лидерами. И складывается такая монополярная система. Сегодня выясняется, что это не так. А все в мире очень взаимозависимо. И если пытаться кого-то наказывать, как на нашаливших детей, поставить в угол на горох, чтобы им было больно, то в конце концов они отрежут сук, на котором сами сидят. И когда-нибудь понимание этого, безусловно, придет. Прекрасно! Поддерживаем! Два президентских срока Путину Владимиру Владимировичу 2012-2017, 24-е года. Победы на века. И надеюсь, что у нас есть хорошее будущее для развития отношений, потому что есть совпадающие во многих областях интересы. Это касается международной безопасности, это касается нераспространения, борьбы с терроризмом, да и развития мировой экономической системы. Все это наши и американские интересы, и мы не сможем их решить эффективно, если не будем действовать сообща. Мы живем в 250 километрах от Москвы, ну и вот дальше о том говорится, что в этой деревне не все так хорошо. Не могли бы вы послать своих представителей? Губернатор там мой представитель. Вот хорошо, чтобы губернатор немедленно съездил, посмотрел, что там происходит. Это Тульская область. Значит, соответствующим образом вот тульский губернатор поедет и посмотрит. Так, теперь... Все россияне говорят... Да, вот один важный вопрос, касающийся экономической ситуации в Крыму и банковской системы. Первая часть... За два президентских срока будет разводить на поле председателя. В сфере экономики, второго секрета, как Крыму, выведен в позицию Прекрасно! Россия вперед! Россия вперед! Давайте. Россия, армия России в лучшем мире! Молодец! Да. Вова, Елена Петровна, Дмитрий Петрович. Алло, Людмила Игоревна, мы всем поздравляем. С праздником Крещения Руси, понимаешь? ЖДВ. Алло, Вова, сегодня день моего суда, Крещения Руси. Поздравляю с праздниками. ВМФ, поздравляю. Крещение Руси, ура. Поздравляем. Поздравляю.
Вау, поздравляю! Поздравляю, крещение в России! С праздником, ММФ, ВДВ! ММФ и ВДВ! Армия России в лучшем мире! Самый лучший! Прекрасно! Россия вперед! Россия на века! Браво! Наша Россия, зачитаю! Россия, армия лучшая! Победа! Российская! Победа! Победа! Россия вперед! Владимир! Молодцы! Елена Петровна! Леди Петрович, вы двигаете? Кто-то Николаевич, Владимир. Мы всех поздравляем. Праздниками. Обязательно конечно, мы все очень любим нашего президента, нашу страну, да? Ну хорошо, мы
Подразделения правительственные будут оперативно реагировать на складывающуюся ситуацию.